Кто-нибудь выключите телевизор. Моя группа на другом задании. Принимаю командование вашей частью, сержант. Так точно. Слушаюсь, сэр. Я реквизировал страйкеру 8-й бронетанковый. С Беджером шутки плохи, сэр. Он доставит вас на место. Русские легко проходят сквозь нашу оборону. Но точно не здесь. Укажите точку на карте. Ее они не возьмут. Цель уничтожена.
Хантер 2-1, главный. Это Оверлорд. Доложите обстановку. Мы прорвали блокаду в точке Лима. Подвигаемся к Аркадии. Прием. Принято. Для вас есть новая задача. Приказ главного штаба. Прием. Вас понял, Оверлорд. Следует на Брукнер Роуд 4-6-7 сразу после уничтожения ЗРК. Доложите, когда выполните основную задачу. Конец связи. Рамирес, использовать лазерный целеуказатель, чтобы направить артиллерию на эти машины. Артиллерия получила приказ. Приступаем к исполнению.
верный целеуказатель. Оверлорд, Хантер 2-1 главный. Зенитный комплекс нейтрализован. Направляемся на Брукмер Роуд 4677. Вопрос. Что именно мы ищем? Прием. Сержант Фоули, это генерал Шепард. Ваша цель — забрать особо важную персону из убежища на втором этаже дома. Так точно. Он будет ждать вас. Пароль — ледоруб. Отзыв — Феникс. Вытащите его оттуда и доложите Оверлорду. Конец связи. Вы слышали приказ? Брукмер Роуд 4677. Марш! Ледоруб! Что-то тут не так. Проверьте убежище. Живо! Ха. Не похоже на нападение. Рамирес, возьми портфель. Ну, что от него осталось? Сержант, взгляните. Похоже, это не просто десантники. Да. Сделайте снимки для G2 и обыщите трупы. Есть. Однако мы получили информацию. Оверлорд, тут могила. Объект мертв. Похоже, мы движемся не в том направлении, сэр. Может, вернемся в бой? Тут для тебя полно работы, МакТавиш. Рад, что ты выбрался из Южной Америки. Объединишься с 6-м флотом. Нанесете ответный удар. Заключенный 627. Мы считаем, что именно этого человека ищет Макаров. Но не можем до него добраться. Нефтяные вышки, сэр? Русские располагают там зенитки. Нефтяники — это живой щит. Мы не можем просто взять и взорвать вышку. Это защищено слабее всех. Ребята, я знаю, что сейчас посылаю вас на смерть. Они охраняют это место. Значит, там что-то нужное. Особенно, если мы хотим найти заключенного 627. Чикаго, главный ангару. Приказ получен. Ангар затоплен. Давление на максимуме. Начинайте. Группа 1, аппарат пошел. Хоутл 6, курс 019. Даллас высаживает группу 2. Встреча у цели. Хватит смолить эту дрянь. Легкие посадишь. Снимаем обоих. Ладно, поделись. Начинай. Что ли? Отвали. Ненавижу морской воздух.
У вас там заложники. Так точно. Понял. Гоуст,
заложников с нижних палуб. Немедленно следуйте наверх и освободите остальных. Отбой. Понял, выполняем. Отбой. Отлично.
Высылаем морпехов для ликвидации ЗРК. Готовьтесь к фазе 2. Конец связи. Хантер 2-2. Это каратель главный. Платформа под контролем. Понял, подтверждаю. Каратель, это Феникс 1-1. Двиной 15 следует в квадрат 257-221. Для подавления ПВО. Как там обстановка? Каратель, Фениксу 1-1. В небе чисто. Повторяю, в небе чисто. Следуйте курсом 2-4-0. Пункт назначения. Доброй охоты. Отбой. Каратель, всем бортам в квадрате 255-202. Воздушное пространство под контролем. Повторяю, воздушное пространство под контролем. Следуйте пункт назначения по маршруту November 2. Каратель, это Хантер главный. Хантер 2-2 работает по ЗРК на юго-западе главной палубы. Хантер 2-3 следует на буровую обезвреживать взрывчатку. Каратель главный, всем отрядам. Шестой флот начинает зачистку. Пора. Задание с долгой историей. Долгой и печальной. Когда-то это был замок. Настоящая крепость, твердыня, готовая выдержать любой удар. Оно пережило немало суровых зим. Чего не скажешь о его жителях. Монастырь, где живут совсем не монахи. Последние 100 лет здесь держат тех, кто не угоден государству, но кого нельзя убить. Внутри полно выживших жертв последней войны, которые мы должны были победить. Но, похоже, в политике как на ипподроме. Поставишь не на ту лошадь и окажешься здесь. Макарову нужен номер 627. Вот за ним мы и пришли. Говорит Джестер 1-1. Звеною в 15. На борту по 4 Харм. Подавляем ПВО. Конец связи. Вас понял, Джестер. Выполняю. Сигнал, сигнал. Бокс 3, бокс 3. Хороший выстрел. Просто отличный. Хорнет 2-1. Маршрут чист. Удачи. Отбой. Я Хорнет 2-1. Вас понял. Говорит 2-2. Вас понял. Это 2-3. Вас понял. Второй, начинай обстрел. Понял. Опа. 2-2, 2-1. Отлично. Всем снайперам, говорит Макдавиш. Приготовиться к стрельбе. Завис точку. Есть всем снайперам. Открыть огонь. Сместиться вправо. Смещаюсь. Есть цель. Сместиться вправо. Смещаюсь. Четверо противников на соседней вышке. Держись. Шепард, заставьте их прекратить огонь. Это уже не шутки. Я постараюсь выиграть время. Общее дело важнее жизни одного заключенного. Чертовы янки! Я думал, они за нас. Хватит болтать, Роуз. Будь начеку. Вторая волна. Ждите. 10 футов. 2-1. Мы у цели. Группа 1 готова. Переходим в режим ожидания. 5-3. Готовы обеспечить снайперское прикрытие. Прием. Говорит 2-1. Вас понял, 5-3.
ликвидирована. Так, забираем заключенного 627 и убираемся отсюда. Всем быть начеку! Вперед! Груз! Побежал, побежал! Вижу, да! Он раненый! Контакт на севере! Там впереди пульт охраны! С его помощью я найду заключенного! Я взломаю систему и найду заключенного, но мне нужно время. Все ясно. Роуч, надо осмотреть камеры. Пошли. Камера пуста. Отлично, я вышел. Вижу вас на камерах пульта охраны. Так точно. Известно, где находится заключенный номер 627? Нет, но я отслеживаю перемещение противников на твоем этаже. Это должно помочь. Ясно. Быть начеку. Пытаюсь, но это явная штука. Оуст, это не та дверь. Все понял. Ждите. Есть! Так-то лучше. Вперед! Цель на 9 часов. Иду вперед. Камера 4D, чисто. Я беру левого. А ты займи туда. В этой камере никого. Дальше. Роуз, не молчи. Во всех камерах пусто. Вот, заключенный 627 был переведен в восточное крыло. Иди через оружейную. Она в центре. Так быстрее. Понял. Направляемся к оружейной. Вперед. Полицейский щит! За мной! Капитан Макдавиш, наверху чисто! В одиночных камерах не работает видеонаблюдение. Похоже, в этом отсеке нет электричества. Все ясно. Отряд, переходим в режим ночного видения. Ведутся!
черта, Шепард! Скажите им, чтобы прекратили огонь! Похоже, флот не расположен к беседе. Подождите. Браво-6, они согласились приостановить огонь. Продолжайте. Буду держать в курсе. Отбой. Займись, Тарго! Вижу цель! Тарго! В старом тоннеле. Идем на юго-юго-запад. Хорошо. Продолжайте движение. Гоуст, не молчи. Я не хочу остаться здесь, когда корабли снова начнут палить. Двигайтесь, вы почти на месте. Обнаружено два сигнала. Один из них должен быть заключенным 627. Это ваше, сэр. Какой еще суп? Ладно, пошли! Надо отсюда выбираться! Браво-6, обстрел начался раньше! Выбирайте!
Выбирайтесь оттуда, быстро! Вертолет! Приготовьтесь прыгать! Назад! Назад! Найдем другой выход! Пошли!